Департамент транспорта Самары сообщает, в связи с проведением работ на теплотрассе по улице Молодогвардейской, улице Ульяновская, автобусы маршрута номер 24 едут в объезд Павелоновской, Галактионовской, Маяковского, Молодогвардейской и далее по маршруту в направлении автостанции «Аврора». Жители города просят заранее планировать поездку. В своем телеграм-канале глава Ленинского района Елена Бондаренко рассказывает, какую работу на вверенной ей территории проводит МБО «Сахтоп». В районе проводится покос травы, подборка мусора. Рабочие предприятия приводят в порядок газоны. Сообщение сопровождается фотографиями тех мест, где ведутся работы. В телеграм-канале Департамента экономического развития, инвестиций и торговли сообщают, как узнать о наличии лекарства в аптеках Самарской области. Информацию можно получить на сайтах, адрес которых указан на экране. Узнать о наличии того или иного лекарственного препарата можно и на сайтах аптечных сетей и по телефонам аптек. Также доступны телефоны справочной службы здоровья 007 со всех кабельных телефонов и 846 213 03 для междугородней и сотовой связи.